По меньшей мере, два человека пострадали в результате ракетного удара по турецкому городу Килис с территории Сирии. Сообщается, что обстрел велся из районов, которые контролирует ИГИЛ. Боевики выпустили две ракеты в центр города. Одна взорвалась в парке, другая упала рядом со школой, но не сдетонировала. В ответ турецкая артиллерия нанесла серию ударов по позициям экстремистов Сирии. Но террористы уже не в первый раз обстреливают приграничный Килис. В марте жертвами их снарядов стали два человека.